Ас-салату фи сатхи аль-Кааба. Разрешено ли совершать намаз на крыше Каабы? Амма иза вакафа аля тарафиха. Что касается, если человек встал на край Каабы, встал на край Каабы, так, то есть он находится на крыше и встал на край Каабы. Вастадбара бакиха, и при этом всю Каабу оставил за спиной. Фахаткаля лимам ан-Науи фи шарх аль-Муаззаб. То сказал имам ан-Науи относительно этой ситуации. Ой накафа аля тарафиха. Если человек встал на край Каабы, вастадбара бакиха, и всю Каабу оставил за своей спиной, лям тасих салатуху билиттифак, то его намаз, совершенный таким образом, не является действительным по единогласному мнению ученых. То есть встает на край, смотрит вперед, а вся Кааба сзади. Когда делает сажда, отходит немножко назад, делает сажда на крышу Каабы. Но при этом стояние происходит так, что он не направлен на Каабу, а Кааба у него где? Сзади. Говорит, ля адам истикбаль шейн минха. А почему его намаз недействительный? Потому что он не обратился даже к части Каабы, а полностью смотрит, что не на Каабу, а Кааба вся сзади. Воядулла алей кавлю таали, и довод этому слова Всевышнего, фаолли ваджхака шатр аль-масджидил харам. Направь свой лик или свое лицо в сторону мечети запретной. Ваадаму алли ваджхаху иля маканин ахар. А этот направил свое лицо не в сторону Каабы, а в сторону другую. Этот вопрос понятен? Дальше. Ваамма иза вакафа фи васати сатх. А если же человек стал посередине крыши Каабы, وَأَمَمُهُ شَيْءٍ مِنَ الْكَعْبَةِ, и перед ними что-то из Каабы, فَذَهَبَ الْحَنَابِلَ إِلَى جَوَازِ النَّافِلَةِ دُونَ الْفَرِيضَةِ, то в этом вопросе есть разногласие. Ханбалиты считают, что таким образом можно совершать только добровольный намаз, и нельзя так совершать обязательный намаз. وَتَرْجِيح شَيْخِ الْإِسْلَامِ تَيْمِيَ كَمَا فِي الْإِخْتِيَارَاتِ, и это то мнение, которое выбрал шейх الإسلام تَيْمِيَ. بَيْنَمَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ, но большинство ученых считает, إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فَوْقَهَا, что разрешено, то есть большинство ученых считает, что разрешено совершение намаза на крыше Каабы, если человек стоит, допустим, на середине крыши. Фарида там канат, ау нафиля там. И неважно, человек совершает обязательный намаз или желательный намаз. Ли хадис Абилялин аль-Мутакаддим. Из-за хадиса Биляля, который приходил у нас ранее. Имеется в виду, какой хадис Биляля? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил намаз внутри Каабы. То есть похоже, что внутри совершаешь, что на крыше совершаешь. Одинаково, так? То есть ты не направлен ко всей Каабе, а направлен только к части Каабы, к одной из стен Каабы. Говорит, «Факад далла аля джаваз истикбаль баб аль-бейт». Потому что этот хадис указывает на то, что разрешено совершение намаза, направившись к части дома, к части Каабы. А не, даже если что человек не направлен ко всей Каабе. Говорит, «Вахталаф аль-джумхур хима абейнахум». И затем ученые, то есть эти большинство ученых, разошлись еще во мнениях между собой. Аль юштарат ан якуна байна ядейхи шахисун иза салля аля захри аль-бейт ам ля. Является ли условием действительности намаза, чтобы человек, если совершает намаз на крыше дома, то есть на крыше Каабы имеется в виду, является ли условием, чтобы перед ним было что-то из Каабы, то есть поднято что-то. Понимаешь или нет? То есть что? Если я читаю намаз, направившись к Каабы, передо мной стена Каабы, так или нет? Этот намаз действительный. В этом нет проблем. Но если я на крыше и я читаю намаз, передо мной что-либо из стен Каабы есть или нет? То есть передо мной воздух, так или нет? Я стою на крыше, передо мной воздух, но когда мы говорим, что? Почему на середине? Потому что передо мной есть, в смысле, подо мной есть что-то из Каабы. Теперь вопрос, обязательно ли, чтобы передо мной было что-то приподнятое из стены Каабы, для того, чтобы намаз был действительно или нет? Так вот, в этом вопросе джумура шафиии, большинство шафиитов, а также некоторые ханбалиты, а также имам Малик в одном из ревиатов от него, считают, что это обязательно. Одно из условий действительности намаза, чтобы перед тобой было что-то приподнято из Каабы. Говорит вахалю, и они сказали, ля тасиху салатуху изаля микундейна ядей ишей. И они сказали, намаз человека, если перед ним нет ничего из Каабы, имеется в виду ничего не приподнято из Каабы, то этот намаз недействительный. Вазааба балду шафиии, а некоторые шафииты считают, а также некоторые ханбалиты, и Абу Ханифа, и Дауд аз-Захири, и имам Малик в одном из ревиатов от него, или адам иштират изалик. То, что это не является условием действительности намаза. Уадал кауль акраб. И это второе мнение более правильное. Вакат раджахаху ибн Кудама факаль. И его выбрал имам ибн Кудама и сказал, валь ауля анну ла юштарат кауна шей минха бейна ядей. И более правильное мнение, то, что не ставится условием действительности намаза, чтобы перед ним было что-то приподнятое из Каабы. Лянна льваджиб истихбаль маудыиха. Потому что обязательно является направиться на что? Направиться на ее место. На место Каабы. То есть имеется в виду,
не обязательно направляться на саму стену. Бидалил ма лау инхадамат аль-Кааба сахати сала иля маудайха. Довод на это какой? То, что если Кааба будет разрушена и не останется ничего приподнятого из Каабы от земли, а только останется что? Место от Каабы, и человек будет совершать намаз, направившись к этому месту, то его намаз действительный. Валау салла аля джабаль аалин, или, например, человек совершает намаз на высокой горе. То есть, если... Смотрим, да, сюда. Если ты на высокой горе, и ты читаешь сторону Каабы, перед тобой что-то из стен Каабы есть, в каком смысле? То, что Кааба ниже, чем ты. Ты теперь выше. Твое положение выше, чем Кааба. То есть перед тобой из стен Каабы ничего нет. Перед тобой что? Ты читаешь сторону Каабы, то есть на тот воздух, который выше Каабы. Понятно или нет? И говорит, сахат ас-сала иля хаваиха. То говорит, что намаз будет действительный на ее воздух. То есть на тот воздух, который над Каабой. Казахана, и также здесь. То есть намаз, если человек совершает на крыше Каабы, даже если перед ним нет ничего из стены Каабы, а только воздух, то этот намаз является действительным. А почему тогда на краю Каабы недействительным? Потому что когда ты стоишь на краю Каабы, перед тобой вообще нет ничего из Каабы. Ни воздуха, ничего. Понятно или нет? Воздух за тобой. И сама Кааба под тобой. Ясно? Говорит, вакад раджиха ибн Хазм на раджихнау. И это же мнение выбрал кто? Ибн Хазм. Соответственно, окончательное мнение в вопросе какое? То, что если человек совершает намаз на крыше Каабы посередине, например, то его намаз действительный. Если он совершает на краю Каабы, так что перед ним нет ничего из Каабы, ни воздуха ее, так, ни самой Каабы, то этот намаз является каким? Недействительным. Понятно или нет? Следующий вопрос.